Это был у меня случай такой. Это был 84-й год в Андропове, бывшем Рыбинске. Рыбинске, значит, мы... Не идет вес. Все, не идет, стал вес. 300 грамм никуда, ни туда, ни сюда. Вот жестко стою, блин. Я опять Коля Барана спрашиваю: Коль, не могу никак, блин, что делать? Я вот слышал, говорю, что там эти сухое пьют, там шампанское. То есть он говорит: да, ребята, вот. Я говорю: слушай, шампанского хочу прям, не могу, блин. Вот иду, идем мы с ним с тренировки. Блин. И бутылка шампанского стоит. Я взял эту бутылку шампанского с собой домой, зашел в этот, в номер, наливаю стакан, жих, вечером, жих еще, блин. Еще хочется, а боюсь. Думаю, ну что, ну что, рано утром встану, побегом. Утром встал, спортзал бегом, но у нас взвешивание где-то 7 часов, я встал пораньше, в 5 прибегаю в спортзал, раз на весы, чух, норма. Норма, еще так стрелка на 100 грамм вниз, я нифига себе. То есть я выпил полкило, ну пол-литра, предположим, выпил 2 стакана, у меня эти 2 стакана ушли, и 300 грамм, которые ненавистные, тоже ушли у меня. Но это было один раз. Это один раз я позволил, и то, значит, вот посоветовался с Николаем Владимировичем. Он был как старший товарищ, и я, в общем-то, частенько с ним советовался и спрашивал у него всякие такие вещи. Он и раньше меня в сборной-то был, и то, и все, 5-10.